И всем огромнейший привет, друзья, с вами я, Саня Играт, и добро пожаловать на третий сервер Радмира. Друзья, мы тут давно не были, но мы вернулись и будем сегодня открывать контейнеры. Приходи и ты, кайфуй вместе с нами, играй и наслаждайся на этом проекте. Вводи обязательно мой промокод Играт и получай бонусы на старте. Также не забывай делать скриншотик этой страницы и отправлять мне в личку в Дискорде или же ВК, что ты именно ты ввел мой промокод. И я тебе на банковский счет положу 200 тысяч долларов до твоего начального развития. Это очень тебе поможет, дружище. Так что приходи и начинай играть на Радмире третьем сервере. А мы погнали открывать контейнеры. Друзья, да, вам не показалось, я прямо сейчас нахожусь на третьем сервере Радмира с американской картой. Давненько я тут не был и решил тут залететь, напилить контентика специально для вас, потому что на моем доме почему-то мне в последнее время на контах вообще не везет. Надеюсь, прямо сейчас, прямо сегодня, в честь того, что я тут, нам повезет. Итак, будем сегодня покупать средние и элитные. Как видите, цены тут совершенно другие. Элитные контейнеры, если что, на минуточку стоят 3500 долларов. Да, тут все в долларах. А сколько у меня денег, я вам, наверное, не показал. Да, у меня было где-то 12 миллионов, извиняюсь, долларов. Все средние купим, все, прям все. Я просто даже не могу, не знаю даже. Я как-то делал недельное открытие здесь, на третьем сервере, но это было очень давно и неправда. Я не представляю. Друзья, вот у нас уже есть конты. Предлагаю начинать. Я надеюсь, что это будет окупное. Окупное, потому что по-другому не должно быть. Итак, ясно, понятно. Ребят, забираем манатки, уебываем отсюда нахуй. Хотя, подожди, 400 тысяч долларов. Это не такой уж большой и минус. Это минус 120 всего лишь. Еще один Мерседес лупатый. Подожди. Но это небольшой минус. Если они стоят по 550, два лупатых Мерседеса, это минус, ну, 200 тысяч долларов всего лишь. Хотя курс... Курс Land Rover. Китайский? Или какой? Какая твоя госка? Ааа, это GTA-шная, блядь. Продаем. Пока что среднячок не очень. На самом деле могло быть, наверное, лучше. Но может будет прямо здесь и прямо сейчас на ваших глазах на сервере Радмир. Мы открываем и забираем. Ну, это легенда. На самом деле это очень крутая тачка. Она в многих фильмах снималась. Это настоящий Dodge Charger, блядь, 69-го года. Но он стоит 290. Охуенная тачка. Нравится, кайфую. Но, блин, мы собрались здесь, чтобы поднять бабла. Открываем. Контейнер и китайский Rolls-Royce. Как бы хотелось увидеть сейчас бы за несколько... блять, миллионов настоящий Rolls-Royce, но средние контейнеры вообще дно. Ни одного плюсового пока что не было. Mercedes, я не знаю, вы говорите, что ютуберам, стримерам подкрут какой-то действует, но на самом деле нет. 11200 у нас остается, грубо говоря, мы потратили лямчик и ушли в минус. Элита, друзья, элитные контейнеры открываем, и я думаю, что 3, наверное, мы только сможем купить, если нам что-то не выпадет, конечно же. Хотелось бы что-то увидеть. Блять, надо было на тот контейнер, если что, на тот контейнер будем ставить. Теперь время от времени я все равно буду возвращаться играть на третьем сервере Радмира. Так что, ребят, приходите, играйте вместе со мной. Промокод Играт. Вот сюда заходите, промокодик Играт вводите, активируйте, получаете те же самые плюшки. Плюс, если вы скинете мне в Дискорд, либо в ВК, как говорится, скриншотик с подтверждением того, что вы ввели именно мой промокод, я положу вам на банковский счет сразу же 200 тысяч долларов. Да, здесь доллары. Так, поехали, открываем. А, вот так вот, инвентарчик убираем, чтобы не было ничего лишнего. Субару, Субару, насколько я помню, 1 000 000 с хуем. Она 1 400 000, да. Да, на моем доме такой тачки вроде нет в контейнерах, здесь она присутствует. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но она мне просто не падала. 2200 в рублях, сколько же это в долларах? А, 2300, тут что, такая же цена, что ли? Пока что минусовое почему-то. Подожди, мне не стоило возвращаться, блядь.
BMW. BMW, 3500 уплачено. Денег сколько ты стоишь? 2150. А окуп сегодня будет, блядь, какой-нибудь? 6600 осталось. 6600. Блядь, мне даже не хватает. Нет, я вот этот хотел контейнер открыть, да. Вот, мне кажется, на моем доме, мне тут везет с этим контейнером. Мне кажется, какой-то пиздец, дамы и господа. Что, блядь, не так с этими контами? И здесь, на Радмире третьем сервере, какое-то блядство, извините меня за такое выражение, происходит. Хотелось бы увидеть что-то оригинальнее, блядь, чем просто какая-то помоечка падает, блядь, и ты постоянно в минусах. Потрачено, на минуточку, уже, блядь, да все деньги потрачены, 3 ляма, блядь, осталось, заебись. Вся надежда на вот этот крайний контейнер. Если сейчас что-то годное выбиваем, блядь, будет заебись. Друзья, в уникальном виниле, бэха, ебать. Винил пиздатый, салон пиздатый, черная. Бля, я часа брать ее, ну у меня уже есть две тачки. Сколько ты стоишь, родная, пожалуйста? 5150. Ой, ты ж мое спасение, ты ж моя радость. Всего лишь на 1.5 ляма, а радуюсь пиздец как, да? Счастье привалило. Деньги есть, можно поесть. Теперь я могу докупить, друзья, еще 2 элитнейших контейнера. Мы их можем с вами открыть. И, возможно, именно с них нам повезет. И все-таки мы выйдем в плюс. Хотя это практически нереально. Не, ну если у вас есть лишние бабки, друзья, ради бога, приходите, открывайте. Это охуенно почувствовать себя, почувствовать вот эту, знаешь, гармонию, даже не гармонию, как это слово, азартность. Вот это вот поиграть, пооткрывать, тем более люди перебивают там 5 миллионов. Насколько я помню, это 5 мультов, должно быть 5 мультов. 5200, плюсовой контейнер, эта тачка на моем доме, минусовой, блядь, а здесь плюсовой. Хорошо, 2 окупных сегодня, и последний, третий, к сожалению, это 1 400 000, и мы, друзья, ушли в минус. Ну, знаете, что я подумал? У нас 7 600 000, то бишь я могу купить еще 2 контейнера, и вот все или ничего, ну, как я люблю, понимаете? Вот именно только так. В казино, когда мы играем на GTA 5 RP, на Радмирчике, да, в моем доме, я там постоянно рискую. Вы знаете, вы приходите на стримы, это все видите. И здесь мы будем тоже рисковать сейчас. Да талова, блядь, сука, я открою последние 3 контейнера, так и быть. Может, нам все-таки сегодня повезет. Друзья, ебаните лайкосик, поддержите меня, пожалуйста, по-братски, подпишитесь на канал, приходите играть вместе со мной на Радмире, на моем доме. Это будет очень круто. Итак, ну, я думаю, вы уже все готовы. Мы все в ожидании. Корвет. На моем доме это плюсовой, насколько я помню. Да, плюсовой плюс лямчик. Хорошо, есть возможность будет открыть еще один контейнер. Есть надежда. 2 300. Нет, надежда пропала, блядь. Грубо говоря, в ноль, блядь, открыли сейчас. Продаем, и у нас сколько денег? 7 лямов. Слушай, ну, грубо говоря, минус в половину мы ушли за сегодняшний ролик. Но я готов еще вот этот один последний купить. И просто вся надежда на него. Ну что, пришло время попрощаться с нашими деньгами. Ой-ой-ой, напоминаю, я играю на Радмире, третьем сервере, промокод игра также, ребят, сервер мой дом, приходим и играем вместе со мной на этих замечательных серверах, открываем контейнер, самый дорогой, за 3500, открываем, слушай, аудюшка в уникальной расцветке с винилом, это где-то 5 лямов, но это точно не минус. 5 лямов ровно, ебать, я просто Ванга, нахуй. Но все равно 8500, есть минус 4 ляма, грубо говоря. Но это, друзья, мелочи. Главное, что мы с вами испытали удовольствие, азарт немножечко, подкрывав эти контейнеры. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был я, Саня Град. Приходите и кайфуйте вместе со мной. Всем спасибо, всем пока-пока.